Зашел в автобус, получил тумаков. Как утверждает 16-летний карагандинец, кондуктор 012 маршрута нанес ему удары в область живота. Из-за чего начался конфликт в общественном транспорте и чем закончилась эта история, узнавала Бакытгуль Окасова. Газинур Ибрагимов часто ездит в колледж на маршруте 012, но с таким обслуживанием сталкивается впервые. 29 мая парень зашел в автобус. Во время поездки студент несколько раз сказал, что выходит на остановке, но кондуктор не услышал или не обратил внимания. На следующий день, 30 мая, Газинур сел на тот же маршрут. По словам парня, кондуктор узнал его и нанес удары студенту в живот и в лицо за то, что молодой человек назвал его глухим. И когда я залез в маршрутку, меня кондуктор спросил, ты ли это мне сказал? Я сказал нет. После этого он меня ударил один раз в щеку, другой раз в живот. Когда он попросил меня, когда мы чуть-чуть проехали, он попросил меня деньги за проезд. Я ему ответил взамен, вы меня ударили, еще я вам должен платить деньги за проезд. После этого он ударил меня еще раз. Парень рассказал об этом инциденте в маршруте своим родителям. Родные Газинура были в шоке от этого случая, поскольку молодой человек никогда не попадал в конфликтные ситуации. Протокол, заявление написали и сняли побои, поехали на другой день, сняли с мужем сын побои. Это что у нас происходит? То выгоняют с маршруток маленьких детей, то женщин выгоняют. Это вообще не должно такого в жизни быть. Мы живем один раз в жизни и должны друг другу добро делать, а не зло. Родители Газинура незамедлительно написали заявление. По словам сотрудников полиции Кировского района, по этому инциденту будет заведено административное дело. В отделе пассажирского транспорта нам сообщили, что в ближайшее время будет объявлен тендер на маршрут 012. И при нарушении правил отдел пассажирского транспорта вправе расторгнуть договор с перевозчиком. Говорить на камеру директор частного учреждения «Рейс» Калым Кубжасаров отказался. Но, по его словам, юноша оскорбил кондуктора нецензурными словами. Сейчас в частном учреждении «Рейс» ведется служебное расследование. Кондуктор временно отстранен от работы. Бакытгуль Окасова, Аргын Умыр, Артем Ковалев, 5 канал.